Коридоры городской думы уже украшены новогодними гирляндами. Сейчас конец года и время подводить финансовые итоги. Сегодня профильный комитет рассматривал отчет об исполнении городского бюджета за прошедшие месяцы. По данным департамента финансов, за это время удалось собрать 15,5 миллиардов рублей. На эти деньги были профинансированы в том числе и самые масштабные и значимые для города инфраструктурные проекты. Главным явилось то, что благодаря средствам вышестоящих бюджетов и софинансированию со стороны города у нас осуществились и осуществляются очень большие проекты, глобальные инфраструктурные проекты. Они проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Я думаю, что все жители города обратили внимание на то, что у нас резко улучшилась ситуация с дорожным хозяйством. Мы привели в порядок дороги. У нас много проводится работ по благоустройству городских территорий. При этом бюджет сохраняет социальную направленность. Все статьи поддержки граждан Самары профинансированы в полном объеме. И как было отмечено на заседании комитета, и городская администрация, и депутатский корпус сделали все возможное, чтобы средства муниципальной казны и поступившие из вышестоящих бюджетов были потрачены наиболее эффективно. Направлено на то, чтобы каждую копейку была потрачена не зря. И поэтому, так сказать, выстраиваются приоритеты. И мы видим необходимость вложения средств как в школы, в детские сады, в дороги, в инфраструктуру. Это то первое, что необходимо сегодня гражданам. И что особенно важно, это участие меценатов в расходах города. За счет их помощи было отремонтировано более 30 фасадов в исторической части города. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.